Всех приветствую на канале, в работе Xiaomi Combo с Wi-Fi. Слетевшая прошивка после обновления, и там что-то пошло не так. Нажали либо кнопку какую-то, либо отключили питание, ну что-то в этом роде. Записываем файл обновления 25VQ128. Если все успешно, соответственно, дампик приложу прошивочки. Собран на двух половинках. Более-менее картинку постараюсь отснять. Возможно, кому-то в дальнейшем пригодится расположение компонентов на случай, если что-то взорвется или какой-то элемент снесут руками, там паяльником и так далее. Ну, в целом видно, материнская плата на версии F106 DV DN версия 0.1. Ну, примерно вот такая платка. Сейчас поставим зашитую микросхемку, посмотрим, получится оживить его или нет. А сам аппарат горит на вот этой кнопочке. Вот замочком красненькой, которая вверху. Так, микросхема прошилась. Жду верификацию и запаю его обратно. А верификация тоже прошла. Все отлично. Ставлю на место. Ролик просто дополню. Аппарат стартанул, картинка есть. Достаточно несложный аппарат для тех, кто понимает, что делать. Сам аппаратик завелся. Соответственно, выкладываем прошивочку в общий доступ, и кому нужно, можете воспользоваться. Так, ну и в завершение, думаю, что следует, естественно, обновить базу данных. Делается все, в принципе, несложно. Заходим на официальный сайт, выбираем самую последнюю прошивку базы радаров, расширение BIN, кидаем на карту памяти, вставляем, подаем питание, и аппарат автоматически подтягивает это обновление и обновляется. Дальше процесс простой, дождаться обновления и включения. Ну, на этом, думаю, завершаю ролик. Всем удачи в работе, всем пока.